Всем привет! Я продолжаю тренировать команду Чертанова. Российская премьер-лига на ваших экранах, конец марта. У нас был перерыв на сборные, но Россия сыграла успешно. Босния в очередной раз обыграла. Вот такой вот соперник для России становится в последнее время удачный. Ну и еще выиграла у команды Люксембурга. Вот так вот в отборочный матч к чемпионату мира у нас стартовали. Ну и здесь еще будет время. Потом мы к этому как-нибудь довернемся. У нас Кубок России сейчас будет с тульским Арсеналом, ответный матч. Вот Арсенал на 14 месте идет. Ну и здесь посмотрим. 5-3 мы выиграли первый матч. Потом узнаем, что произойдет. Ну и там Спартак с ЦСКА в другом полуфинале играет. В туре будет интересный матч. Конечно, Локомотив-Спартак ближайший. ЦСКА-Краснодар тоже. Ну вот здесь все интересно. Ну и... Да, Зенит Рубин тоже как Зенит себя покажет, потому что Рубин проигрывает после вот этой зимней паузы. Ну, а нам с крыльями играть, но сначала отправимся в Тулу. Расстановку наблюдаем на стадионе Арсенал в Туле. В общем, я не выпустил здесь несколько человек. Ну, Евангелист, он, например, на желтый, Хой на желтый, если пропустит, ну, получит еще желтый, по-моему, пропустит в финал кубковый, в который мы, наверное, хотим попасть. Хотя 5-3 счет еще позволяет Арсеналу что-то тут сделать, да? Ну, Бафо, видимо, на фланг решили поставить. В общем, в центре играет защита. Бывший наш игрок. Вот так. Давайте про первый матч попросим наших игроков забыть и сыграть. Вот, да, в последнее время команда играет не лучшим образом. Ну да, в чемпионате-то мы взяли Спартаку, проиграли, до этого с Динамо в ничью сыграли. Так что вот так. Это смотреть. Ну, как бы и здесь мы можем там проиграть даже, да, но только в один гол это нас устроит, понятное дело. Ну, Арсенал борется за... Что по стыковых матчах, ну, вряд ли выберется, а тут, конечно, в стыковых матчах команда окажется и будет постараться там остаться через них в премьер-лиге. Мунгуанда здесь еще разок побороться бы здесь. Зиньковский скинул не туда. И снова Арсенал с мячом. Это, вот видите, да? Удар все-таки состоялся. Ломаев в игре у нас оказывается. Да. Так, Нигматуллин от ворот выбивает. Здесь Венисиус первый. Перевод Мугванде. Зиньковский. Так, дальше Эншвейлер. Майрович. Дальний удар. И гол. Даже непонятно было, что это гол сначала. Ну, тут Нигматуллин за голову хватается, это значит, что вратарь виноват явно. В общем, мяч вот этот красный какой-то на кубок играется. Что здесь Нигматуллин хотел сделать, никто не понял. Наверное, он сам тоже. Ну, гол мы в гостях забили. То есть общий счет 6-3 уже в нашу пользу. Ну и это радует, конечно. Хотя еще все может быть. Расхлябанность наши игроки могут проявить. Как это делали, да, в чемпионате в последнее время. Вот. Бафо пошел вперед. Суарес. Дальний удар в перекладину. Ну вот, пожалуйста. Могли сейчас сравнять счет дальним ударом. И все по новой. Смотрим, смотрим. Ну, один удар у нас всего в створ. Это плохо. Арсенал продолжает оказывать какое-то давление. Еще один дальний удар. Ну да, дальними ударами так неплохо нас прикладывают. Хотя вот Нигматуллину оценку не понизили за такое действие. У нас вот так.
бывает частенько, да, вратарь вроде косячит, а его не занижает ему оценки. Зиньковский штрафной бьет, и Нигматуллин как-то непонятно как выбил. Сейчас мог себе еще привести. Ну, такая игра идет, да, не сказать, что с нашим преимуществом. Есть удары по воротам, как у нас, так и у них. Все здесь еще может измениться, и Арсенал, конечно, имеет шанс всем реализовать какие-то моменты свои в гол, а то и не в один. Ну, здесь нужно внимательнее действовать. Запас, конечно, есть по сумме двух матчей, но все равно. Гулиев переводит непонятно куда. Не знаю, как он в реальности в Спартаке будет играть. Вот. Солдатенков. Забрасывает вперед. Майрович с мячом. Сулейманов тоже на желтый. Если он здесь бы получит ее, финал пропустит. В финал, я напомню, мы хотим выйти. Гомес 0-2. 20-й гол в сезоне, но это не чемпионат России, естественно. Там он не является лучшим бомбардиром, там у него всего 10 забитых мячей. Ну, неплохо, Эншвейлер выдал передачу на Гомеса. Давид в уголок 0-2. И счет общий 3-7. То есть такой солидный. Перевес уже. Ну и здесь, конечно, все в нашу пользу. Естественно, сенсации бывают. В футболе и 0-2 отыгрывают. Вроде бы более сильного соперника. Все бывает, поэтому здесь нельзя позволять расслабленности себе. В первую очередь, потому что у Арсенала моменты-то были в первом тайме, как ни крути. ЦСКА Спартак 0-0 играет после первого тайма, видим вот здесь эту штуку, он тоже 0-0 не сыграли первый матч, так что здесь еще пока ничего не понятно, ну, то есть один гол многое может решить. Ну, так, ну и давайте похвалим игроков, посмотрим, скажется ли это на втором тайме. Расхлябанность их не может проявиться больше, или они продолжат нормально играть. Но надо свой момент реализовывать, которые возникают. Вот и все. Да. Хорошие, которые моменты. Тогда и все будет хорошо. Так, ну, пока у нас все неплохо. Швейлер две голевые передачи. Ну, Ванда. Ну, Горшкова. Тут много кто на желтый, кстати, у нас висит. Вот здесь вот. Из этих товарищей, которые в запасе находятся. Поэтому выпускать их, ну, тоже, прямо скажем, не очень здорово. Хотя, ну, давайте попробуем. Колесниченко вместо Зиньковского. Выйдем из Сарвели вместо Эншвейлера. Пусть выходят. Двойная замена у нас следует. Ну и тут уже все понятно. Практически. По ударам мы даже стали превосходить уже Арсенал. Ну, это нас радует, конечно. Горшков, Евангелиста нет. Но если только Горшкова выпустить, вот, только его. В избежание, опять же, дисквалификаций. Только так я действую, потому что мы в финале уже практически находимся. Осталось там около 10 минут сыграть. Сорвели еще пробел. И финал пропустить, конечно, мало кому хочется. Дикмайер желтую получает. Ну, Дикмайер, ладно. Не был у него желтый.
Горшков, выходи местному Гванда, тот все-таки подустал уже. Ну, Горшкову желтое есть, ему бы надо не получить сейчас. Если он планирует еще в финале появиться, например, да, то надо себя как-то сдержать. Лучше там пропустить соперника, и пусть они там забьют, но чем на себя вот эти дисквалификации накладывать. Заканчивается поединок у нас. Ну, Арсенал мячом владеет здесь, да это ради бога. Сколько угодно. Финальный свисток, ну, в втором тайме, конечно, мы уже по ударам превзошли, но не забить его в втором тайме. Ну, 2-0, тоже хороший счет. Ну, давайте скажем, что молодцы. В общем, я вами доволен. Ну и видим мы, Спартак в финал выходит вот так вот. Ташаев забил гол, ну там 1-1 устроил Спартак, ну вот 0-1. Интересный поединок, и со Спартаком мы сыграем в финале. Вот так вот все это будет. И, по-моему, если я не ошибаюсь, финал пройдет в Туле как раз, где мы только что выиграли у Арсенала. Ладно, отправляемся на чемпионат, это будет 15 мая. Да, 15 мая. Ну, отправляемся мы на чемпионат с крылышками. У нас игра. Принимаем крылышки в чемпионате России. Видим вот этого Джорджевича Филиппа, лучшего бомбардира чемпионата страны. Вот так вот он у нас действует. Ну и, я вам скажу, Локомотив проиграл Спартаку, поэтому не приблизился к нам. Соответственно, мы можем сейчас оторваться, но для этого нам надо обыграть эти крылышки, вот и все, больше ничего такого, да? Так, вот, ну давайте скажем, попросим, что мы должны победить, можем ли мы завоевать титул, давайте наберемся терпения. Так. Так, в общем, вот так. Всякие вопросы дурацкие мне тут задают. Ну и вот у нас матч. Вышли мы в финал Кубка страны со Спартаком. Встретимся. Ну и нам сейчас нужно крылья. Вот с крыльями сыграть хорошо. Потому что потом нам ехать в Англию. Тоттенхэм нас будет ждать, но об этом, конечно, мы узнаем уже наглядно. Ну, начинается Дикмайер. Дикмайер травму получает. Как не вовремя. Да. Что у него? Возможная травма ноги. Да. Это возможно. Или это реально? Ну, посмотрим. Хорошо, если ненадолго выпадет у нас, то все будет хорошо. Ну, очень плохо опять мы играем. С крылышками почему-то. Отдали инициативу, там, позволяем сопернику бить поворотом, контролировать игру. Думают, сами, да, нам отдадут. Вот такие крылышки. Сражаются, борются. Зиньковский здесь долго думает. Братасевич заброс не пойми куда, но Зиньковский подбирает. Так, сам тут водится. Братасевич, Евангелиста, Эншвейлер. Эншвейлер Гомесу, и Гомес смог забивать, но со второй попытки Сулейманов все-таки открывает счет в этом матче. Ну, хоть так забили. Ну, здесь вот Гольма смог забивать, конечно. Но здесь уже Куликов не справился с добиванием. Было очень сложно это сделать.
Так, ну желтые мы стали получать. Не очень это хорошо. Евангелисты здесь. Умярова. Евангелиста. Паршиков. Паршиков. Прострел. Добить. Сулейманов мог дубль сейчас оформить. Не оформил. Ну такой вот матч. Это не желтый у нас тут карточки. Гомес. Атаки. Полы зачем-то зарабатываем. Штрафного бьет, не точно. Ну, Гомес может, конечно, стать лучшим бомбардиром чемпионата, но для этого надо в чемпионате забивать. Пока что не забиваем мы в чемпионате. Вернее, он. Еще и Сулейманов повреждение получает. Да что такое, крылья? Что творите? А с Тоттенхэмом кто будет вообще играть-то? Так, Сулейманов. Приходится ему на Протасевича играть. Швейлер. Перевод плохой. Здесь мимо мяча. Крылья. В атаку. Нет, здесь Зиньковский здорово сыграл. Я сам пошел и зря. Как оказалось. Надо было быстрее с мячом у Евангелиста на желтой карточке еще в подкат так идти опасно. Можно получить вторую желтую или красную прямую. Сулейманов, перевод. Гомес, Гомес, ну вот, хорошо. 2-0. 21-й свой гол в сезоне забивает Гомес. Ну и... 11-й в чемпионате получается. Здесь он обработал сразу и в противоход вратарю. Вратарь уже все. Был отыгран. И ничего не смог поделать. Но ситуация, конечно, удручающая какая-то. С травмой. Дикмайера, да. Сейчас Сулейманов повреждение получил. У нас желтых тут целая куча у нас игроков. Тут прям я даже не знаю. Из центр поля в желтых. Менять нужно. И Сулейманова с повреждением тоже может усугубить свою травму. Так. Ну, давайте скажем сначала вот этим товарищам, чтобы желтые не зарабатывали. Ну и Майрович тогда выходит, пусть. Вместо Сулейманова. Да. Замена. Вторая вынужденная замена. Ну вот менять кого-то из этих можно, конечно, но сами понимаете. Если еще травма какая-то, еще иншвеллер шел-то. Да. Грубая какая-то игра с крыльями получается. Вот Майрович теперь повреждение получил. Ну, начинается. Нам просто супер. Сейчас все это супер скажется на Тоттенхэме, я думаю. Вот. Крылья заброс не проходит. Здесь Евангелиста. Перевод Зиньковскому. Эншвейлер. Майрович. Перевод Гомесу. Гомес. Ох, с мячом остается Гомес и забивает. Ну, здесь от защитников, конечно, отскок такой был. Хороший. Для нас, в нашу пользу, и 3-0. Дубль Гомеса мы увидели. Помню, Локомотив проиграл Спартаку. Ну, что-то я вам не скажу. Не хочу вас всех расстраивать. Болельщиков Массимо Каррера. По счет мы посмотрим, когда результаты тура. Посмотрим. Вот. Ну и стал желтый выдавать. Он и крылышком, да? Арбитр. Ну теперь что делать-то? Майровича менять. Ну как-то... Не совсем правильно. Есть
Ну, Миарова можно заменить. Я думаю. Нам главное удаление бы сейчас не схлопотать. Удаление, да? Так, Горшков, выходи. Вместо Умярова. Как по ударам мы крылья стали превосходить уже, да, по ходу матча. Если там где-то вначале поровну было, то вот потом оторвались по ударам. И, ну, мячом владеют крылышки получше, конечно. Ну, Хламаев еще желтый. Что ж это такое? Смотрите, штрафного нам забивают все-таки. Хаджич. 3-1. Хламаев желтый за что? Непонятная ситуация. Что ж они все нервничают, это наши игроки. Видимо, судейство какое-то там не очень адекватное. По 17 фолов, но очень много желтых у нас. Травмы. У крылышек всего парочка желтых. Да. Видимо, судья там мутит что-то. Еще один штрафной. Но на сей раз. На сей раз нормально для нас. Ну и заканчивается уже основное время, ну, вернее, компенсированное уже 4 минуты. Финальный свисток 3-1, но да, выигрываем там, но, ребята, ребята, вы обескуражены можете быть, но нам впереди играть с Тоттенхэмом, и ситуация с травмами, конечно, меня не очень радует. Смотрим, значит, результаты. Ростов-Динамо 3-1. Вот Локомотив-Спартак 0-4. Вы представляете, Массимо Каррера просто уничтожен Спартаком, который и нас обыграл тут туром ранее. И вот финал Кубка вышел, обыграл ЦСКА в гостях. Ну и смотрите, 4-0 Локомотив прикладывает. ЦСКА, кстати, 2-0 у Краснодара. И здесь турнирная таблица очень интересная. ЦСКА, Спартак, Краснодар по 41 очку. В 3 очках от Локомотива находится. Ну, Уфа, Урал 1-0. Арсенал Енисею даже проигрывает 0-1. Вот так вот Арсенал, видимо, совсем отчаялся после поражения в Кубке от нас. Вот Зенит выиграл у Рубина 1-0, и Зенит тут так вот борется, да, в нижней части, так скажем, таблицы, но Рубин при этом снова проигрывает. И уже был на втором, помним, перед зимней паузой, уже на шестом. Ну, мы выиграли у Крылышек. Ну и Ахмат в гостях обыграл Болгарь 3-0. Ну вот Гомес дубль оформил, догнал этого Джорджевича, который не забил за крылышки. Ну и все. Пока так. Нам играть в Англии с Тоттенхэмом. Здесь можно только одной фразой сказать про Тоттенхэм. Это лидер чемпионата Англии. Конечно, он, может, еще не станет чемпионом, поэтому здесь вот так. Но на данный момент команда на первом месте. Вот. Ну и нам предстоит сложнейший поединок. Если Барселону вычеркнуть, с которой мы играли в Лиге Чемпионов, то Тоттенхэм, ну, в данный момент самая сильная команда, с кем нам в этом сезоне играть. Предстоит. Или уже предстало. Сулейманов. Желтая. Было у него повреждение. Дикмайера тоже. Ну, Дикмайер не до конца чуть-чуть готов. Майрович тоже. Сулейманов. У него легче всего получилось с повреждением. Вот. Но что делать? Серьезный соперник. И здесь, конечно, очень много проблем у нас может возникнуть. Любые ошибки вот эти, тут они нас просто загонять могут. Здесь все падают, и судья что там, не свистит, их дают играть. Почему все остановились-то, Морено забивает? Почему все остановились? Алло.
Здесь все падают, все стоят. Не понимают, что судья не свистит, а судья не собирался свистеть, оказывается. И гол. Пропускаем. Горшков там не справился на дальней штанге с Мореной. Заброс идет сюда. И здесь опять ухо момент. Нам сейчас второй могли забить. Не разваливаться. Чем мы разваливаемся? Нельзя разваливаться. Да, силен соперник. Ну и что? Стараться играть в свой футбол. Так, ну здесь Эриксон спалил. Могли бы мы желтую дать. Не дали. Вот так вот мы и отвечаем. Или не отвечаем. То есть мяч забрали у нас. Может, в контратаку нам лучше сыграть. Все-таки. Потому что мячом владеет Тоттенхэм постоянно. Ну, наверное, нет смысла нам владеть мячом. Может, есть. Кто его знает? Опять вот эти все проигрываем верховые мячи, какие-то скидки непонятные куда-то. Нельзя так действовать. Дикмайер. Ну, контратаку это назвать нельзя, конечно. Сулейманов. Сулейманов. Аншвейлер. Зиньковский. Да не удары в девятину. Ух, кладет Зиньковский. Молодец, попал. Вот Сулейманов протащил, он Швейлер думал, кому отдать, Зиньковский, ну Зиньковский ударил. Хорошо попал, между прочим, да. Какой-то момент у ворот, вот, Тоттенхэма мы создали, забили даже. Ну, вопрос в том, что будет дальше. Может быть и правда. Отдать мяч. Хотя отдали мяч, я им дал указание, они наоборот приблизились по владению. Хуй желтая. Это очень плохо. Тоттенхэм сразу даем свободу Эриксону какую. Здесь не держит игрока и перекладина тут выручает нас. Да. Сейчас могли нам под занавес тайма забить. Тоттенхэмчик-то. Ну, пока все так. Перерыв. 1-1. Ух. Так. Так. Что тут скажет? Похвалить их, что ли, всех? Но если похвалим, может аукнуться нам все это, естественно. А здесь на желтых товарища нужно сыграть аккуратнее. Сейчас тут Тоттенхэм. Оборонительный, конечно, тоже не хочется играть. Тупо отбиваться. Не наше это. Абсолютно. Умяров, плохая оценка, к сожалению. Роль опорника. Как здесь. Ох, через фланг тут нас пытаются раскрутить. Навес, бороться здесь. Не дать пробить. Дают пробить Дайеру. Ужас, ужас. Так, ну я думаю, следует замену произвести. Может, Горшкова все-таки вот сюда.
Да, выпустить Заварухина или Бартасевич. Кто? Бартасевич выйдет. Но это тоже не выход, конечно, из ситуации. Тоттенхэм в атаке. Ох, дают возможность пробить, и какой гол. Бартасевич вот вышел на замену, что называется. Не уследил за своим игроком. Ну, значит, я не угадал с заменой. Смотрим на Бартасевича. Должен вот здесь был мешать. Бартасевич. Эх, Бартасевич. Так. Ну. Что, Майрович, что ли, выпускать? Но он тоже как-то не готов до конца. Конечно, сложно в центр поля переиграть вот этих Эриксонов нашим игрокам. Замены все сделаны у Тоттенхэма. Наращивают они там преимущество свое. Так, ну мы можем, конечно, Сарвели выпустить. Может, он нам тут что-нибудь поможет, хотя еще замены-то и нет. Тоттенхэм в атаке. Сейчас они третьих хотят забить, конечно. Чтобы чувствовать себя более комфортно перед ответным матчем. Вот момент. Удар какой. И выносим. Перекладина там нас спасает. Ужас. Ужасы. Концентрация нужна. Ребята, нельзя позволять сопернику так действовать. Последние минуты уже идут у матча. Еще 5. Судья накидывает. Какой вот этот судья. Надеется, что Тоттенхэм сможет что-то в эти 5 минут сделать, потому что мы-то уж точно ничего не сможем. И осталось не допустить ошибку какую-то. Хуя назад. Ломаев. Не надо спешить, но и глупости тоже не надо делать. Вот так Ломаев выбивает мяч куда подальше. Здесь подбор мы проигрываем, но звучит финальный свисток. 2-1. Тоттенхэм нас обыгрывает. Но я скажу, что Тоттенхэм победу-то заслужил. Без вариантов. В два раза переиграл нас по ударам, хотя бы в створ по 5-5 было. Ну и по владению было лучше. Но 2-1 счет как бы дает нам надежду на ответный поединок, который пройдет в Москве. Ладно, скажем, молодцы. Вот если бы там третий нам залетел, тогда было бы гораздо печальнее. Ну и посмотрим мы матчи, которые у нас тут состоялись в Лиге Европы. Смотрим Аякс Хоффенхайм 0-5. Представляете, Челси 3-2. У Герты выигрывает Лестер Атлетика 0-0. Ну и Тоттенхэм Чертанова 2-1. Ну и посмотрим, через неделю ответные будут. Так что здесь как бы шансы у нас еще есть. Будем жертвовать качеством в Грозном на матч против Ахмата. Мы туда прибыли. Ну и, в общем, выставляю состав такой. Очень много ротированный, так скажем. Чтобы все у нас были готовы к матчу. К матчу с Тоттенхэмом. Так, в общем, аутсайдеры, непонятно. Так, здесь понятно все. Ротация у нас. Жертвуем качеством. Ну, потому что 2-1 всего лишь проиграли Тоттенхэму, шансы есть, чтобы пройти в полуфинал Лиги Европы. Ну и посмотрим, как наши игроки вот эти себя проявят, которые в основном играют, ну, так скажем, не всегда. Есть основа, там Ломаев, Хои,
кто тут? Гомес. В общем, остальные там выходят то так, то эдак. Ну и с Ахматом непростой тут матч будет, все это понимают, но давайте не будем об этом думать. Сейчас на первое место выходит, конечно, возможность проявить себя в Лиге Европы. А это важнее. Не факт, что там все это получится, конечно, но почему бы не постараться и не попробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь. Сарвели забрасывает на Гомеса. Гомес, ух, не попал в ворота. Ай-яй-яй. Хороший момент был у Гомеса, чтобы забить. Не попал. Ну, мяч мы держим, конечно, но очень мало ударов по воротам. По нашим больше. Видим, как Ахмат что-то там атакует. Ой, сейчас еще что, красное, Горшкова. Ну, доигрались. Хотя мяч-то он выбил. Выбил же мяч. Так, кого выпустим-то сюда? Ну, давайте выпустим Витюгова. Пусть он попробует сыграть. Ну, в меньшинстве, конечно, остаться это уже не очень здорово. На этом расчета не было. У меня. Витюков, он за молодежку там играл. Поэтому он физически чуть просевший. Ну и Ахмат получил численное преимущество. Сейчас постарается его реализовать. Ох, здесь скидка плохая. Даем возможность много чего делать сопернику. Ну, куда заброс? Кому? Ахмат контролирует мяч. И новая атака. Салага, удар издалека. Ломаев тут спокоен. Хотя увидим, да, какая статистика ударов. Ужасная. Один удар какой-то был, и тот мимо. Но какой Гомес мог забить? Не попал по воротам. Так, я недоволен. Солдатенков расстроился. Колесниченко расстроились. Тут нет, внимательно слушал. Не получите желтую, ребята. Так, замену я могу сделать. Могу, конечно. Сулейманов пусть выходит на второй тайм. А у них с Болотного выпускают. Вот он, вот, гроза сборной России. 6 игр даже провел за сборную. 0 голов. По этой версии. Естественно, он провел уже потом гол в ворота там сборной Чехии, что в товарищеском матче было такое. Конечно, было. Так, ну еще одна замена у нас есть. Тут желтый сыпется нам. И ударов нет. В створ. Ахмат, потому что владеет ситуацией на поле. Вот перевод неплохой у них. И здесь 2 человека, и как Ломаев вытащил. Ужас. Сейв. Вот это сейвище. Еще удар. Здесь Ломаев. Снова на высоте. Напрягли, конечно, Ломаева тут. С Болотной шел-то. Ну давайте Колесниченко бросим, наверное, на замену выпустим Зиньковского. Может, он тут по флангу что-то сделает.
Подавляющее преимущество по ударам у Ахмата. Да, а так вот мы плохо действуем. Состав ротированный. Вот что значит. Еще и удаление, конечно, повлияло очень серьезно на ход матча. Сулейманов. Перевод. Гомес забил. В меньшинстве даже мы смогли отличиться. 23-й гол в сезоне. Ох. В первом тайме хороший момент был. И он не попал. А здесь, ну, здесь забил. Конечно, индивидуально неплохо. Здесь все получилось. И мы вышли вперед. Всего-то 4 удара нанести за матч на данный момент. Это мало. Явно недостаточно. Но Ахмат тут сейчас будет пытаться реабилитироваться за этот пропущенный мяч. Вот момент. Идет. И Ломаев не смог выручить. Камильченко забивает. Быстро сравнивает относительно у нас Ахмат. Ну, здесь, конечно, провал. Свобода действий. Ну и центральные защитники у нас. Хуя тут уже не успел. Где же были другие? Хочется спросить. Непонятно где. Ну-ка, конечно, по такой статистике Ахмат поражения явно не заслуживает. Команда старается и выиграть еще этот матч. Вот. Выиграть его еще можно. Желтых много хватает, конечно. Игроки Ахмата нервничают. Играя в большинстве, пропустили. Но... последняя, видимо, уже брос из аута. Здесь удар отчаяния. Не попадает игрок Ахмата. И финальный свисток. Ну, конечно, полное преимущество Ахмата по ударам. Но из-за удаления на 33-й минуте я скажу, что я недоволен. Но мы пожертвовали качеством, как я говорил, ради того, чтобы попытаться пройти Тоттенхэм. Результаты тура мы смотрим под номером 24. Урал, Спартак 0-1. Спартак продолжает выигрывать. Динамо, Локомотив 0-0. Видим, Локомотив тормозит. Рубин, Арсенал 1-2. Рубин все матчи пока играет плохо. Со второго места. Ну, шестой уже опустился. Крылья Ростов 1-0. Ну, нормально. Краснодар, Зенит 1-1. И Краснодар очки теряет. Зенит там тоже где-то непонятно. Енисей, Волгарь 4-1. Енисей, видимо, отправляет Волгарь в ФНЛ. Все официально. Ну, мы сыграли 1-1. Потери качества, ну, это был на это расчет, так что обижаться тут и говорить, что ох, я не ожидал, нет, это нормально. Ну и последний матч Уфа ЦСКА 3-4, вот такая вот результативная игра, и смотрим ЦСКА Спартак, они уже здесь, они уже настигли Локомотив, то есть у нас есть, конечно, еще запас какой-то, 8 очков пока от Локомотива, от второго места, но нам сейчас играть, конечно же, с Тоттенхэмом, домашний наш поединок, и это на данный момент самый важный матч у нас в сезоне. Приезжает к нам Тоттенхэм на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Но Сон Хунмин, мы видим, тут появляется, то ли он был дисквалифицирован, то ли травмирован на предыдущий матч с нами. Не суть важно, но вот он теперь есть. Ну и Тоттенхэм уже не лидер чемпионата. Так, не лидер чемпионата. Проиграли они лондонскому Арсеналу 0-3 в Лондоне. А это уже печальная картина. Там Ливерпуль на первое место выходит. Ну так вот, силёнок-то не хватило Тоттенхэму.
Матч с нами они выдали, но пришлось им тоже много сил потратить, конечно же. Ну вот, мы дали отдохнуть, конечно, некоторым нашим игрокам, но почти многим. Угловой подаем, стандарт, момент здесь Юрий Словер вылавливает. Этот мяч и далеко вперед его выбивает, но здесь никого из игроков Тоттенхэма. Вот если потери не будем совершать, чтобы в контратаку тут убегали, товарищи на Гомеса проходят, проходит на Гомеса удар, и Льюис справляется снова. Вот такие два удара мы с вами увидели. Из аута вбрасываем. Дикмайер идет по флангу. Проходит, нет, оттеснили его здесь. Мощные ребята. Так, Лалана подхватил мяч, идет вперед. Умеров неплохо отобрал. Гомес, Эншвейлер, Эншвейлер. Удар издалека. Ну, тоже неплохо. Штрафной. Зиньковский бьет выше. Наносим удары мы по владением Илью Риса. Дикмайер. Расстрел не получается. Сулейманов. Сулейманов на вес. Гомес. Перекладина и гол. Мяч все-таки залетает в ворота. Ну, тут смотрите на вратаря. Автогол записывает. Ну, вот так вот. Здесь Дикмайер защитника попал. Сулейманов навесил. Гомес. Головой в перекладину и так перекладину в Юриса. 1-0. Выходим вперед. Ну так вот трансформировались наши удары в гол в итоге. Хотя в створ не был засчитан, естественно, от вратаря. И 1-0 в нашу пользу пока что. Ну, 1-0 тоже держать такой счет не совсем правильно. Хоть он нас и устраивает, но нужно еще играть, забивать. Иначе любой момент, знаете, Тоттенхэм тоже вон удары наносит. Эта команда все равно серьезный соперник. Хоть они там и с первого места слетели в Англии, но соперник очень серьезный. Так, ну за ворот. Так, вот штрафной. Зинковский исполняет. Опасно. Плохо, что Заварухин у нас желтый. Ну, вот надо заменить его. Либо Горшкова туда бросить. Вот вопрос. Либо Братасевича. Вот это вот важно попасть с заменой. Так, в раздевалку мы отправляемся. Ну, сейчас их похвалишь. Могут провалиться. Просто желтая. Заварухин-то неплохо, но желтая. Давайте Горшкова выпустим на фланг. Тут надо угадать просто-напросто. Сможет ли он там в защите отыграть или нет? Должным образом, я имею в виду. Так, смотрим дальше. Второй тайм. 1-0 ведем. Счет нас устраивает, но 1-0 это в любой момент может перевернуться все. Так, Тоттенхэм. В атаке. Сон Хунмин на вес вынести. Удается Эншвейлер. А кому? Эншвейлер. Зря. Просто так отдавать мяч сопернику. Горшков, ну, не дай продать, не подать. Ох, дает.
как нам повезло, что здесь судья зафиксировал фол в атаке. Ну, давайте посмотрим. Здесь Горшков дал подать. Где толкание другого игрока, непонятно. Кейн, что ли, толкнул Венисиуса. Ну, это вопросы будут. Будут вопросы, конечно, после матча. Ну, тут Тоттенхэма, я думаю, что там судья намутил. Так, Сулейманов, желтая. Тоже будем его менять. Майрович, выходи. Вместо Сулейманова. Ну, Швейлер. Ну, до Гомеса мяч не доходит, в принципе. Швейлер не очень выглядит хорошо. Ну, давайте Иншвейлера тогда их заменим. Последней заменой. У нас Сарвели, да? Ну, кого еще? Сарвели. Все, замена сделана. Все у нас. Ну, это, скажем, сконцентрироваться, попросим игроков. Время остается мало. У них тоже Морено выходит, дубль оформивший в первом нашем матче. Не знаю, зачем они его держали на замене. Вот. Лучше бы использовали. 3 минуты. Судья добавляет. Добавленное время улетает просто. По ударам Тоттенхэм даже нас превосходит, но мы не видим больше никаких опасных моментов у наших ворот. Выигрываем 1-0. Юрис в свои ворота, получается, забивает. Ну и хорошо, что ударов в створ было очень мало в исполнении Тоттенхэма. Ну и 1-0 мы выигрываем. Выходим в полуфинал вот так вот. В принципе, Тоттенхэм, ну да, забил гол, который отменили. А так больше особо ничего такого мы и не видели, да? Ну, смогли выиграть, это очень важно. И посмотрим сейчас другие матчи, как там сыграли в Лиге Европы. Ну, давайте посмотрим. Атлетико Мадрид 5-0 выносит Лестер, выходит дальше Челси. Ну, так, 2-2 упорно. Упорный матч получился. Ну, Челси тоже проходит. Ну, и Хоффенхайм проходит Аякс. Ну, здесь первый матч, конечно, был очень серьезный. Поэтому сейчас мы будем смотреть жеребьевку с вами. Увидим. Ага, Атлетико Мадрид, Челси и Хоффенхайм. Ну, ясное дело, с кем проще сыграть будет, теоретически. Давайте смотреть, Челси будет играть с Чертанова. Опять Англия у нас будет. Будем мы в Англии. Хоффенхайм, Атлетико Мадрид. Вот так вот происходит это. Ну, давайте еще Лигу Чемпионов заодно посмотрим. Бавария тут проходит. Два Манчестера и ПСЖ. Ну-ка, давайте их тут разыграем. Ну, видим. Два Манчестера сыграют между собой ПСЖ с Баварией. Вот такие вот у нас тут с Челси, в общем, 29 апреля на 5-м месте. Правда, в Англии идет Челси. Собственно, в Лигу Чемпионов, наверное, не попадет. Ахматом опять матч перенесен. Это уже здесь даже не интересно и не обсуждается. Так, ладно, смотрим на турнирную таблицу нашу. Что у нас тут есть? Ничего не поменялось пока что. Мы на первом месте опережаем Локомотив на 8 очков. ЦСКА Спартак на 9. Ну, то есть, вот пока так. Ну и расписание. Заодно с вами посмотрим. У нас были матчи в этой серии. Что мы тут видели? Кубок России с Тульским Арсеналом. Ответный матч мы выиграли. Крылья в чемпионате обыграли. Тоттенхэму проиграли 2-1. Ну, то есть, удачный счет такой 2-1. Здесь было
потеряно качество, ротационный такой состав был выставлен, ну еще удаление у нас было, поэтому ничья с Ахматом вот так вот из этого сложилось. Ну, самое главное, что мы смогли пройти Тоттенхэм. И, в общем, нас будет ждать теперь Челси. Вот так вот. В следующей серии мы посмотрим уже на матч Челси гостевой. Не знаю, с Енисеем будем смотреть или не будем, а матч посмотрим домашний с командой, которая идет на предпоследнем месте. Но пока все вот так. Прошли дальше. С Ахматом уже передвинули на 12 мая. Ну, это пока что. Ну, и здесь у нас, видим, и Кубок России еще финал ожидается, и два матча в Лиге Европы в полуфинале. На этом серия наша заканчивается. Всем спасибо за внимание. Всем пока.